Давно-давно мы не были с вами на рынке, на выходном, выходного дня. У нас тут прямо кишит, все кишит. Бери, не хочу. Сумочки кожаные за 20 евро. Вообще не знаю, зачем я заказываю боксы, где мне присылают сумки за 70, когда можно за 20. В общем, вы поняли обстановку, какая тут очень-очень яркая. И на самом деле есть вполне интересные вещи, но не конкретно эти. В принципе, выбрать что-то можно. Белье хорошее за 15 евро, хорошей марки. И даже за 5 есть, там чуть дальше. Тут у нас такое интересное мероприятие от всем уже знакомой марки La Rose. Видите? Значит, история такая. Надо узнать, какие ингредиенты прячутся. Вот что это за вот эти три ингредиента? Надо узнать. Если ты узнаешь, на самом деле это очень легко. Я узнала сразу. Они тогда дарят вот такой пробничек. Вот. И дают жетончик, чтобы участвовать в беспроигрышной викторине. Вот здесь. Я, значит, жетончик бросила. И вот этот симпатичный мужчина за меня прокрутил. И я выиграла вот такую сумочку. Так что вообще очень-очень приятно. Конечно, сумочек у меня уже больше, чем нужно, но само мероприятие приятное. Вот девушка показывает это масло. Так что вот так, приятно, мелочи, ну, очень мило. Новый день, новое настроение и новое мероприятие. Во Франции 21 июня официально начинается лето. Вот только сегодня мы считаем, что у нас началось лето. И в этот же день отмечается по всей стране праздник музыки. Это всегда два события, связанные между собой. И во всех городах устраивают большие концерты на улицах. И, соответственно, наш город не исключение. Вот, я постараюсь вам немножечко показать, как это происходит. Видите, там уже впереди уже столпотворение, там сцена за фонтаном поставлена. Улицы перекрыты, естественно, машины не ездят. Полиция гуляет. Видите, все уже перекрыто. Вот, я сейчас дойду до той самого, вот до того места, где концерт будет идти, и вам немножечко покажу. Надеюсь, они скоро начнут. Там какой-то хор поет. Я не очень понимаю, что они поют. Начало вечера, это все будет длиться, праздник длится до 2-3 часов ночи, и это только начало. Сейчас около 7 часов, 7:30. Так, ну это первый момент. Давайте сейчас пойдем в другие сцены, посмотрим.
Мне кажется, я вам еще никогда не делала съемку такую в конце рабочего дня, вот когда уже все офисы закрыты, магазины закрыты, 8 часов вечера, и люди уже просто выходят на аперитив, на ужин. Вот сейчас именно такое время сейчас. Плюс сегодня, конечно, немножечко увеличено количество людей из-за того, что праздник такой большой. Но обычно в центре именно вот такая толпа к вечеру собирается. Кто-то в кафе сидит. Кто-то гуляет. Кто-то в очереди стоит, чтобы в кафе зайти. Ну, в общем, такое настроение. На самом деле, к вечеру тут очень много народу всегда. Всегда очень много. Все забито, все кафешки забиты. Даже очереди в рестораны сразу образуются. Настолько много людей. Какие-то рокеры заиграли на другой сцене. Сейчас подойду поближе, посмотрим. Все поняли, я думаю. Давайте посмотрим, что там на других сценах будет. Очень музыкальная и очень шумная. Я надеюсь, вам
было. Я надеюсь, вам было интересно. Вы посмотрели немножечко маленькую-маленькую часть этого большого праздника, французского праздника музыки. Спасибо, что были со мной. И пока-пока.